Здравствуйте, друзья! Всем вам знакомо сочетание рома и колы. Но сегодня речь пойдет не об этом. Сегодня мы будем делать коктейль Old Fashion, любимый коктейль наших отцов. Итак, нам понадобится апельсин, тростниковый сахар, добавим сладости, биттер ангостура, совсем чуть-чуть, прям пара капель, щедрая, естественно, щедрая порция американского виски, бурбона. Хорошенько все это помнем, чтобы апельсин отдал нам весь сок и сахар чуть растворим. И хорошенько все это размешаем. Как бы это надо необходимо делать, чтобы сахар полностью растворился. Коктейль очень вкусный, советую вам всем. Пил вместе с привалом неоднократно. И, естественно, какой коктейль без льда? Еще раз перемешаем все это. Еще раз неудобно. Замечательно. Все перемешали. Замечательно. Чуть-чуть содовой. На украшение нам пойдет цедра апельсина. В эти выходные каждый второй коктейль Old Fashion до 12 абсолютно бесплатно. Вот как двигалась эта картина, я был как художник, лепилась пластилина любовь.